Всем привет, это снова канал JoyWire, с вами снова Джо. Я рад вас пригласить в продолжение нашего приключения в мире Dark Souls. У меня прям такое ощущение нехватки опиздюливания. Поэтому давайте вернемся в Dark Souls и продолжим наше приключение. Насколько мне не изменяет память, мы зачистили эту локацию и вообще отлично провели время. И теперь нам необходимо вернуться... Оп, привет. Очень везучее убийство. Нам необходимо вернуться обратно к... костру... который находится рядом с входом в Sands Fortress. Я не помню, как этот костер называется. Локация, где кузнец Андре. Потому что у нас же появился большой осколок титанита. То есть... мы можем замутить себе кривой меч плюс 10. У меня там остались еще души из предыдущих боссов. То есть мы прям legit. Мы прям во всеоружие. Я думаю, это стоит сделать. Опа, привет. Ах ты сволочь. Не люблю я собак в этой игре. Ну, вроде получилось неплохо. Меня так, скажу честно, тревожит 11 человечностей на счету. Это прям... Прям страшно, на самом деле. Ну, вообще, не, ничего страшного. Даже если мы их потеряем. Вся суть этих человечностей была в том, чтобы подняться до десятки. Здесь, кстати, еще одна собачка-то тусит. Вон она. Подняться до 10 человечностей, чтобы увеличить вероятность дропа. Мы это сделали. Мы получили меч, которым сейчас стягаем этих собак, которые не умирают с одного удара почему-то от этого оружия. И этот меч послужил нам добрую службу. Наверное, так говорят люди. Я не в курсе. И как бы... чё еще требовать-то? Ну потеряем и потеряем, че бубнить-то? И все, и мы выходим из этой прекрасной локации. Это было через щит. Да не считается, откатить. Мы с чистой совестью делаем себе плюс 10. Кстати, его можно сразу, наверное, вооружить. Сабля плюс 5. Заодно потестить мувсет. Ух, ничего, что делает, ты посмотри. Урон, в принципе, сейчас на плюс 5, по-моему, точно такой же. Может быть, там на некоторое количество единичек отличается. Абсолютно незначительно. Так, если мне не изменяет память, это та самая дорога, которая нам необходима. Отсюда. Да. И впереди, что нас ожидает сегодня. Мы тебя видели уже, мы это все слышали. Мы же собираемся направиться в Блайттаун и встретиться там с нашей любимой подружкой Квилик. Спасибо. Встретиться с нашей подружкой Квилик. И... нам необходима ее душа для того, чтобы замутить все-таки себе меч. Да? Вот это я и хочу сделать. Пойдем мы, наверное, не через город дураков, а через храм огня, через Firelink Shrine пройдем и воспользуемся лифтом. Ну, не хочу я вот с этой мелочью опять сталкиваться. Мы уже тысячу раз с ними воевать успели. Блин, а прикольный мувсет, кстати. Мне нравится R2. Прикольная такая двойная атака. А если двуручным? Я думал, поинтереснее будет. Но ладно. И здесь мы отдохнем у костра. Восполнимся до 10 флякс-эстусом. Кстати, у нас потихоньку город растет. Я думаю, нам надо еще слить душу хранительницы
костра, огня. Потому что у нас есть усиление. Одно всего. Ну и как бы... Не хочешь общаться? Я тоже. И теперь у нас 10 фляг. Плюс один. Может быть, плюс один это не так много, но порой в Dark Souls даже один хп это огромная разница между смертью и не смертью. Так что, пожалуй, пусть будут фляги плюс один, чем их не будет. О, кстати, мы же можем еще слетать к демону на вороне. Вы понимаете, о чем я. Если не понимаете, кто не понял, тот не понял. Ну, отсюда проход на вороне можно пролететь в первую локацию, откуда игра начиналась. Как тяжело, когда ты не знаешь название локации. Прям такое себе. Сейчас мы сходим к Андре. Используем души. Ну, по крайней мере, одну душу босса можно использовать прям спокойно. Кого мы там, этого демона убили? Этого должно хватить. Мне кажется, должно хватить. Другая проблема, что у нас может не хватить угля для того, чтобы докатить оружие до плюс 10. Вот это да. Вот это как бы да. Черт, об этом я что-то не задумался. Давайте посмотрим, что можем. Любой бонус выше плюс 6, плюс 7, это... уже весомо. Это уже весомый урон. Привет, Андре. Изменить оружие. Сабля. Плюс 6. Спасибо. А где она, родимая? И нужны дальше большие осколки титанита. Да ладно, ты что? Мы... А где их искать-то, ёпта? А, черт, ну плюс 6 это, конечно, хорошо. Да нам надо подняться до плюс 10. Окей. Окей, 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 окей. Окей. Допустим. Сабля плюс 6, и с ней мы идем на квилик. Был бы у нас выбор, выбора нет. Надо просто идти побеждать. В любой момент можно на косу переключиться, и как бы это изи плей будет. Не нас... Не. Ну, не прав. Конечно же, не изи плей против Квилик точно не сработает, потому что она огненный все-таки босс, а коса наносит огненный урон. Так что, как бы, не. Не, наверное, на ней не особо сработает. Там мы призовем старушку Милдред, если сможем ее убить. И все нормально пройдет. Или нет? Черт. Блайтаун. Я купил пару... Это можно убрать и заменить на заросли красного моха. У меня аж 4 штуки. Это если вдруг токсиком макуджины заразят, и будет очень неловко и больно, можно будет использовать эту штучку. И это нас спасет. Это нас спасет. Еще, конечно же, бог. Но главное, заросли красного моха, или как там эта хрень называется. Отдохнем у этого костра еще раз, потому что мне кажется, что я посидел у костра там в предыдущей локации. О! А я тебя разве освобождал? Опа! Это не то, что я хотел сделать. Я не это хотел сделать, клянусь. У него... Оно пробивает сквозь щит! О, нет. Мы погибаем. Я могу посидеть у костра? Умоляю, я не могу посидеть у костра, он меня убьет. Дядь, я хотел тебя просто зачизить. Клянусь. А у него парирующий клинок. You leave me in
Да он меня застонлочил. Он когда базарит, я не могу выполнять действия. Это... Да, звучит как чит. Еще у него мега мощная броня, которая вообще с трудом пробивается. А он меня может мимо щита своим серпом атаковать. Is this a cheat? Чё это за понт? Смотри, он, блин, куражится надо мной. Я ему 40 бью, а он мне просто... Ну, не, на самом деле, мне тоже не особо много наносит, но... Мне не нравится сама... Сама суть этого ПВП. Да что, идите, ба-ба-ба. Как он пробивает-то? Я же стою вдалеке. Он должен по щиту атаковать. Его надо, короче, на воротах ловить. Как же неловко получилось, почему мой персонаж не хотел пинаться? Вот на такой шляпе его надо ловить. Господи, как же страшно. Боженьки. Господи, помилуй. Как же это все неловко вышло. Ты посмотри, какие он финтифлюхи вытворяет. Ё-моё. Ну, дядька дерется со стилем, конечно, я ничего не могу сказать. А мы будем... Ах ты, зараза. А я бы мог ему сбить сейчас выносливость, кстати. Его и с кувырком можно бэкстебнуть, на самом деле. Ты посмотри, как он пробивает. Слушайте, нам надо будет устроить забег с серпом. Вот, потому что... Что-то мне прям по приколу это оружие. Ты посмотри, что он творит. Он меня пытается еще парировать серпом. Да ты посмотри. Он еще... А, кстати... разве серп не должен накладывать кровотечение? Не? Такой вопрос на засыпку. Мне казалось, что серп кровотечение накладывает. О! А! 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 Десять хилок не зря взяты, я так скажу. Когда ты успеваешь выносливость так быстро восстанавливать? Ты чёрт! Ты посмотри, он какие финты вытворяет. Это была большая ошибка, друг. А, у него РТСР! У него РТСР! О, нет! Нет! Нет, не убивай! Не убивай, это была ошибка! О, черт! Почему у тебя РТСР? Ты че такой крутой? Там один удар остался. Б-б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 
Я бы, наверное, мог его парировать, на самом деле.
Потому что атака достаточно медленная у косы. Я боюсь до усрячки вообще. Но сейчас его можно было на самом деле коцнуть. Вот почему? О, как же это больно все. О, ПВП. У меня фляги закончились. О, oh, no! We gonna die! О, oh, черт. О, черт. У-у-у, блин. А, конечно, мы наденем твое кольцо. Мы что, зря старались, что ли? А что, мы теперь можем броньку повеселее таскать? О, мы можем теперь с его кольцом фаст-ролл делать с этой броней. И с этой. А это что означает? Значит, что мы стали еще немножко живучее. У-у-у. О, ну это, наверное, я полчаса, наверное, с ним рубился. Или типа того. Теперь знаешь, что самое будет клевое, если я сейчас умру, упав с лифта. Вот это действительно уровень будет. К счастью, лифт на месте. Вот и посмотри, гладиатор, убийца, победитель, разрушитель. О, мавр. О, да, детка. Тут, по-моему, лут где-то валялся. Возможно, я здесь уже лутал. Нет, мы же здесь в этом прохождении не ходили еще, не? Хм. Батя, нормально. Здесь торгаш. You haven't lost, and more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Rickett of Vinheim. I was once an established smith, though. Look at me now. Can you believe it? Давайте с ним еще немного поговорим. What is it? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. Can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinheim. О, он может делать магическое оружие. Это крутая штука, кстати. А чё он продает? Стрелы души. Посох Луна, тяжелая стрела души. Блин, для магического билда это было бы круто. What is it? There's nothing to talk about. We're both cursed, undead. But what's there really to moan about? Соглы. Oh, Big Hat. Of course I've heard of it. Who hasn't in Vinheim? He was a royal member of Dragon School until he turned undead. I hear he was quite the character. Only that was 100 years ago. What interest have you in the old eccentric now? Sorcery? Don't ask me how it actually works. We only fiddle and forge until it works itself in. That's how we do it in Vinheim, at least. We prefer to leave the theorizing to those uppity scholars. Hmm? There's nothing to talk, we're both cursed. Точно. Ну пока. Всего хорошего. Так, ну что? Попробуем добраться до костра.
Блайттаун. Мое любимое место. Не очень. Не очень любимое место. Врать не буду. То есть давайте, наверное, этих тоже почикаем. Здоровяков. Урон есть? Ну... Ну, такое себе. Как бы... Ну, наверное, чего-то такого и стоило ожидать от... Сабли плюс 6. У! Говняха. Мне кажется, я больше урона наношу, просто стягая его мечом, чем с бэкстеба. Ну, в смысле, два маха мечом. СР2 вообще урона незначительно. Эти души нам пригодятся. Можно вливать до сих пор все, вообще все в ловкость, пока мы все-таки не бахнем 40-й туда. Ух! И вот если бы он меня сейчас пробил, было бы очень грустно. А что у нас? А у нас 30-й в ловкости, кстати. Осталось-то не так много. Так. Здоровики пройдены. Здесь есть интересный дроп. Прям вот чуть ли не отсюда можно дропнуться прям к лифту. Я нахрен боюсь. Ключ к руинам. Руины нового ланда — это где батя лежал, отдыхал. Туда можно будет, если что, сгонять. Туда нужно будет, если что, сгонять. Вы пока не видите каких-нибудь мега... Не, в принципе, вырубаются, конечно. Урон-то есть, врать не буду. Плюс 6 — это серьезное оружие в этих локациях. Не крутое. Я не сказал крутое, не путать понятия. Я сказал, что это серьезное оружие. А еще по комарам, конечно же, не попасть, потому что, ну... Кто же в игре делает противников, по которым можно попадать? По-моему, все-таки ту лестницу надо, да, использовать. Я не помню эту локацию. Ну, в смысле, так или иначе, я все равно из нее выбираюсь всегда. Но у меня нет какого-то плана. Я как дикий пес, который не знает, чем он занимается вообще. Бежит за автобусом, не понимая вообще, к чему это. И, наверное, сюда, да? В принципе, не... Ну, мне... Блин, я вот ломаюсь теперь над... Над идеей, что мы могли катать с тем другим мечом. Мечом рапирой. Я не помню, как он. Балдурский меч. Он же был крутой. Мы могли его бустить до 6. Но меч Квилик. Это... Я не хочу с этим комаром связываться. Господи, какие же это тупейшие противники. Господи, помилуй. Он просто будет сидеть там до конца веков. Ой, да пошел ты вообще. Сколько можно-то? Ёпт. Это Unreal. Мне нравится спускаться на этом лифте. Это да. Это не так страшно. Другое дело подниматься обратно. Вот это уже серьезный челлендж. Чё, сейчас должна Милдред, да? Загреться. Заспауниться. И только потом можно будет использовать костер. Надо вырубить по максимуму вот этих штук. Та не сагрилась. Впереди еще одна. Милдред появляется, когда сюда начинаешь подходить, не? Где она? Вон она бежит, родимая. Давай, подгони, родная. Солнышко, давай.
С ней не должно быть столько труда, как с тем дядькой. Во-первых, она голенькая. У нее не так много дефа. Все-таки... Да, ее просто можно порезать здесь. 8к с нее падает. Ни хрена себе. Ни хера себе. Серьезно? Посидим у этого костра? Или не сидеть у него? И надеяться на... One chance, one opportunity. Что мы убьем Квилик с первого раза. И если это будет ГГ, то это как вообще прекрасно. Драконья чешуя. Кстати, для улучшения демонического оружия. Для меча Квилик. Надеяться, что мы завалим с одного захода нашу подругу Квилик вместе с Милдред. Либо все-таки посидеть, но придется от этого костра потом пиндюрить вверх, подниматься на лифтах и прочее. Не, мы посидим. Не. Не, оно того не стоит вообще. Тем более мы можем мапнуться еще в ловкость. На целую единичку. Еще нужно 3к душ. Может, у меня есть что использовать недорогое? Типа вот этих две штуки. Это будет 3к? 2к. Мы используем еще. Сейчас вырубим пауков. Хватит еще на один уровень. Я не хочу с лишними душами идти. Да, еще 200 надо. Что-то 100 с копейками. Сейчас вот этих паучков порубаем. О, с Милдред что-то выпало. А, я с нее человечность собрал. И нож. Милдред, спасибо, сладенькая. Ты вообще лучше всех. Огромная крутая женщина. С мешком на голове. Во, этого должно быть достаточно. Еще один уровень. И мы с нулем душ. Даже если погибнем, ничего абсолютно не теряем. Это должно плюсануть еще чуть-чуть к урону. Сколько там? Ну-ка. Мне даже интересно. Плюс 84 приходит от ловкости. Плюс 84, это почти половина по урону. Так что, ну, камон, как бы. Плевать на ваше отравление. Мы будем лутать весь лут. О! Дядьки, не-не-не-не-не. Ну, только не вдвоем. И не комары! Вот это я боюсь. Они же еще сквозь стену умеют атаковать. Это все ради лута. Это все ради него родимого. Ты откуда вас столько? Я не помню, чтобы их так много было на самом деле. Спасибо за то, что обхаркал меня своей дресней. Ну, реально? Вот, ладно. Я не знаю, зачем я их убиваю, мне вообще в другую сторону. Привет. Блин, это чувство потока. Ты вот начинаешь и не можешь остановиться. И еще одна большая душа, кстати. Здесь еще пара душ валяется. Типа вон там видно еще одну. Я, пожалуй, посижу у костра. О, а я, кстати, не знал, что здесь костер 10 фляг дает. Да? Подожди, а почему у меня 10 было? А, из-за того, что я Милдред убил. Наверное, мне восстановилось. Да? Ну, с разбега, кстати, побольше урона наносит. А чё у меня так быстро яд откатывается? Что за имбаланс? Ну, в
принципе, плевать, конечно, что меня ядом травануло. Это прям вообще до фонаря. Это медленный яд, и у меня, если что, есть... Большой осколок титанита! Это же еще плюс один! Ущ, гадым! Ребят, до свидания. Я... Вот я больше боюсь вот этих... големов с камнями. Это страшные люди. Големы. Тролли. Я не знаю. Так, мы добрались до логова, Квилик. Как думаете, Милдред поможет нам в этот раз? Или все пойдет наперекосяк, как обычно? Ребята, ваши ставки в комментариях. О, щит! Людоедка Милдред. Призыв фантома. Давай, родненькая красавица, давай слай. Вот ты посмотри, вот она моя девочка. Ай, ты посмотри. Fucking thick. Look at this chunk. A chunky boy. Chunky girl. Ultimate waifu. Вот он, этот меч. Вот этот меч. I'm gonna catch them all. Я получу этот меч. У меня будет... Я тебе говорю, у меня будет этот меч. Ну что, давай потанцуем, красавица. Что поделать? Не-не-не. Ты не на меня, ты вот... Вот вы там это... Баби-бой... Вы там разбирайтесь как-нибудь, вам удачи и хорошего настроения. О, черт, я ненавижу ее лавовую атаку. Я ненавижу ее взрывную атаку, я так скажу. Она явно не хочет давать мне подходить поближе. Ну, давай ты не будешь убегать от меня и крутиться так. А! Она меня шотнула! Она меня шотнула! Ну, она, скорее всего, меня шотнула, потому что я ядом закоцанный был. Эх! Эх, ма! Еще разок надо к родной сходить. Эх, ма, не хочешь нас со мной... У меня 12 человечностей уже. Охренеть. Эх, ма. Снова умирать. Поехали еще один раунд. Кстати, возможно, там надо было просто щитом задефаться. На самом деле, Я сейчас просто думаю, так, типа... Просто мимолетом, знаешь, такая мысль, типа, полезная проскочила. Если бы я задефался щитом, возможно, она не вырубила бы меня этой атакой. А там на самом деле прям спорная ситуация. Там такая копеечка осталась до кувырка, чтобы вылезти из зоны. Ауе. Бывает. Ща Милдред нормально ворвется, Квилик не будет плеваться ядом, и мы порешаем, вообще обкашляем все вопросы в этой ситуации. Или нет? Вот эти прикольные ребята, которые яички таскают на спине. Давай, Милдред, родимая. Давай, моя солнышко. Во-первых, давай сделаем вот это, чтобы меня не бесило уже это шипение безумное. И у нас есть золотая смола. Две штуки. Так будет повеселее.
Чанки бой, чанки бой. Да, так, конечно, пободрее урончик. Не скажу, чтобы безумно бодрее. О, кстати. Да ладно, человечности возвращаются вместе с смерти. Да ладно. Ну, это... Это булщит. Это булщит. Она меня зажала между ногами. Мне... Я не против зажаться между ногами и у Квилик. Am I right, boys? Она делает какое-то отвратительное дерьмо, на самом деле. Просто херня и страдает. Это больно. Это больно. До свидания. Я знал, что она взорвется. А, она харкнула лавой. Я думал, что она взорвется. Милдред, не умирай в лаве. Вообще там разбираетесь, типа. Ну, может быть. Я не буду использовать вторую смолу. Нахрена? Там Милдред разберется, у нее пол хп. Если она ударит когда-нибудь, конечно. Но это очень, очень кривая битва, конечно. Прям вот по-честному. Вот эти вот зажимы в углу, это прям гадко. Прям блех. Че, взрываться будет? Милдред, беги! А, все? Девчонки решили все вопросы. Че мешать-то? Че профессионалам мешать? Я бы слишком сильно ударил и... Не, спасибо большое, Милдред, она сделала этот бой. Она просто солнышко. И это наш второй колокол, а значит, открывается проход в Sands Fortress и Ванерланда. Но перед тем, как идти туда... Я бы хотел набрать еще больших осколков и все-таки меч-то апнуть до плюс 10. Но мне надо будет, наверное, вне стрима погуглиться, где вообще большие осколки валяются. Их стопудово достаточно в пределах этих локаций, что можно прийти в Анорландо, апнуться до 10 и превратить оружие в меч Квилик, потому что я это уже делал. Но я не помню места. Может быть, офстрим, просто пробегусь быстренько, соберу уголь. Не знаю, не знаю. Но сейчас мы еще не закончили с этим местом. Тут еще надо немножко поковыряться. У нас же еще демон Изувер, или как его там зовут. С ним же еще надо пообщаться, да? И если получится чизовая тактика против него, то мы будем на... Погодь. Где проход-то? Вот тут, да? Вот тут. Мы сможем апнуться до плюс 40 по ловкости. Здесь можно у этого чувака прокачивать перчатку пиромантии, да? Привет. Уже мы побазарим. Какой-то игнор. Ну ладно. А, я же могу усиливать оружие отсюда прям. Ёпт, я же купил себе все ништяки для этого. Теперь надо два больших осколка. Что, ты хочешь теперь? О! Не хочешь? Ну ладно. А ты хочешь поговорить? Are you prepared to dedicate yourself to our fair lady? Then I will make available if you need something. Ask me first. There is no time for idle chat.
Think only of our fair lady and what she may need. Какой-то симп. There is nothing to say to you, except if you lay a hand on the fair lady, you should be prepared to face my wrath. Чем продает? А, список слуг. Ну и он может улучшать перчатку пиромантии. Я тебя понял. Симп. Давайте сольем души здесь. Я не хочу в случайной битве потерять их. Ой. 34 в ловкость. Ха-дэйм! Чё, сколько? Плюс 95. Давай, следующий уровень должен дать плюс сотку. Чё, попробуем зачизить этого демона... демонического демонюгу. На, я сейчас подумал, с него, наверное, где-то 20к душ упадет, и, может быть, его душа еще десятку даст. Да? Этого же не хватит, чтобы до 40-го качнуться, да? Но мы проверим. В любом случае, его надо убивать. Честным путем его ковырять я боюсь. Прям серьезно. Тем более, мы его убивали. Мы его на стриме убивали несколько раз. Во, о, кстати, эти ребята могут заразить яйцами. Угу. Это надо быть осторожным. Ты же когда-то заражен этими яйцами, по-моему, там, типа, 3 или 4 стадии проходят. На одной из последних у тебя на башке огромное яичко вырастает, и ты не можешь шлемы носить. Но при этом R2, да, R2, типа, тяжелая атака... выглядит как их атака. Типа яйцо открывается и атакует противника. Прикольно. Я видел билды в PvP, выстроенные на этом. Это прям... прям необычно. Это вот серьезно, это прям необычно. Это не стандартный какой-нибудь там ловкостный билд, где чувак врывается и просто R1 спамит без остановки, пока ты не вырубишься. Совсем другой уровень. Опять же, очень сложно, наверное, поймать противника этой хренью. Точно так же сложно, как демонической перчаткой. Там уровень хардкорности твоей соответствовать должен. А, наверное, мы приоденемся в этот... в этот клифт. О! До свидания. До свидания. Еще шарахнет огнем. Очень больно. Очень больно. Просто минус пол хп. Он же на всю карту еще может шмалять, да? Бля, было бы интересно, если бы они добавили какую-нибудь горелку, похожую на яд. Ну, только с огнем, естественно. Типа воспламенение на тебе висит, и ты потихоньку горишь от огня. Это же имеет под собой основание. Ну, типа, с одной стороны ты горишь, и у тебя тратится хп, ну... Ебанись. Привет. Да, вот... это мой урон. А, все? А, он лег, я просто не добежал. Ё-моё. Типа, горелка с огнем на тебе висит и наносит урон, но при этом, допустим, увеличивает немножко скорость передвижения. Ну, типа, как будто по углям бегаешь, знаешь, что-то такое. Или немного увеличивает скорость атаки. И можно было билд выстраивать на этом, типа, ты на себя накладываешь сам себе воспламенение, и при этом немножко быстрее атакуешь. Ну, что-нибудь такое. Мне кажется... это бы могло иметь место. Это было бы забавно. Я хочу протестить, сможем ли мы внизу капру порубить. Чё вообще по урону? Потому что капру с косой мы убивали достаточно долго. А что же сможет сделать сабля плюс 7?
Ну, хотя бы капру. Ну, еще чуть-чуть добавить экспы. Душ, прошу прощения, не могу перестроиться с любых других нормальных игр, где ресурс, который ты тратишь, либо опытом называется, либо деньгами, либо валютой, а не душами. Сложно. Можно, кстати, пробежать мимо этих. Ёп, ты посмотри, там просто 5 штук. Это настолько лениво сделанная локация, что пиздец. И там, там можно с них поднять. Ну, не с них, там на земле валяется уголь. По-моему, огненный уголь. И можно отдать его Андре, если не ошибаюсь, он огненное оружие сможет делать после этого. Либо я, конечно, гоню. А можно там все вообще по-другому. Спасибо. Дядь, хочешь? Хочешь немножко пэв? Он сильно бьет. Эй! Сори за этот смешок. А! Ну, я скажу так, что к этой локации мы не готовы. Хотя с косой я, возможно, его сейчас быстренько бы затыкал. Но зачем? Мы сюда еще вернемся и будем во всеоружие. Я бы не отказался от пары тысяч душ с него. Сколько там, 2 или, может, 4 даже тысячи падает. Плевать. Сейчас вкатнем еще в ловкость. Нужно будет вернуться в Sans Fortress. И, наверное, на сегодня этого будет для меня достаточно. Очень страшно. Сейчас самое страшное будет. А я как-то раз, даже не подозревая того, здесь заразился вот этими яйцами глист. Прям вот абсолютная случайность. Я сидел у этого костра. Не-не-не. Я включил игру после того, как посидел у этого костра. И типа, ты же возвращаешься в игру в том же положении, в котором находился. Типа, персонаж стоит рядом с костром. И одна из этих яиц личинок согрелась. И заразила меня. Я не знал об этом, естественно. Я просто катал, и там индикация такая, что время от времени персонаж там блюет или что-то такое. Я не помню, скажу честно. Очень давно это было. Я не придал значения, думал, я особо не шарил в этой игре. Я особо не шарю сейчас, но тогда даже не заметил, скажу так. И просто через какое-то время на моем персонаже шлем раскалывается пополам. И у меня яичко вместо башки. Вот это был разрыв шаблонов, скажу честно. Давайте бахнем пару душ. Я все-таки хочу подняться до 40-го левела по ловкости. И уже начать вкатывать в полезное. Ну, в смысле, я не хочу сказать, что ловкость бесполезная. Черт возьми. Сколько тебе еще любви надо? Ты посмотри, еще 30 кусков надо. Чтобы 3 уровня качнуть. Я не буду точно сливать души к Вилик, это однозначно. Почему-то другие боссы перестали оставлять души, что немножко грустненько. А что у нас теперь по урону? Кстати. Плюс 103 мы перевалили за соточку. Теперь просто сабля нулевая. 180 может наносить по простым врагам. И сейчас самая страшная часть это... Мать его, возвращение из Блайттауна обратно в Файрлинг Шрайн. Гадэм. Пожелайте мне удачи, чтобы я не свалился опять на этой херне. Ой, я могу в Q поставить сразу выход из игры, потому что во время падения можно выйти из игры, и персонаж появится обратно на лифте или вообще на платформе рядом с лифтом. С лифтом? С мельницей? Мельницы лифтом? Плевать. Какие они странные. Еще 30к душ. Ну, по сути, Орнштейн и Смоук должны дать более чем. Более чем. Ребята дают богато. Я вспомнил, где можно попробовать нафармить... Некоторое количество
камней, титанита, осколков больших. Здесь же есть потайная стена. Же есть, ага. Здесь же есть большая стена. С иллюзорная стена, прошу прощения. За которой находятся корни деревьев там и прочая хрень. Ну, кто был в этой локации, в курсе. Через которую можно пройти и... Вау. Это было удачно, на самом деле. Я не думал, что он ударит. А, здесь же мувсет такой, что можно после кувырка атаковать. И там в этой локации огромное количество зеленых осколков титанита. Ну, не, блять, условно огромное. Больше, чем ноль, который мы встречали здесь. Можно, кстати, этим путем, наверное, подняться. Без подъемника. Давайте попробуем этим путем. Если не пойдет, всегда можно как бы убежать вниз, спуститься и вообще не связываться со всей этой хренью. Попробуем их поубивать, естественно, я не хотел бы. Может, если... Блять, там... Там браточек! Там бра... Оу, чуть-чуть не попал! Может, мне не надо? Сука. Ты куда уползаешь? Я с вами еще не закончил. Ёпта, ты посмотри, как он накидывает. Я не боюсь этого яда. И изичного, так сказать. Где... Блять, сука, застанлочили. Я не боюсь этого изичного детского яда. Да вообще плевать. Вообще просто пофигу. Я думал, что комар умер. Там же было... ХПшки появились. Нет? Там еще один, ёпт. Я весь Блайтаун на себя сагрил. И еще Макуджин там сидит и накидывает мне. Стерва. У меня есть эти? Да, они у меня в кью стоят. Вот это можно снять. И человечность тоже. Во, блядь! О, у меня чуть инсульт с жопой не случился. Ту, блядь, сука, комары, блядь. Фу-ху-ху. А, сука. No bueno. Mi amigo, блять. В Блайтауне какая-то херик тебе со спины подстраивается. И как тут не завизжать-то? Алло. Мне кажется, отсюда мы вернемся к прямому проходу, где мы этого демона канализационного вырубали. Да? Так, Макуджин, охлади. Почему ты накладываешь красный яд, ну, токсины условно, а падает с тебя фиолетовый против обычного? Это... Какой-то ноеб. Я удивился, вот эта броня против яда помогает. Против токсинов. Против яда нет? Против токсинов спасло. Я сколько тычек получил? 3 или 4 и... еще щитом, по-моему, пару штук задефал. И на меня... На меня не прокнули токсины. Я не знал, что есть такие стратки. И мы, по-моему, вернулись... Да, здесь, кстати, еще один Макуджин, да? Подожди, где мы нахрен стоим? Здесь же лестница должна быть. С другой стороны, что ли? Здесь, наверное, лут какой-то был, и мы его собирали. Но Макуджин точно в той канализации или колодце находится. Прям 100%. А мы отсюда пошли в другую сторону и затусили на мосту. Вот, кстати, Макуджин мне его накидывает. О, чё за... Где мы, бля?
Опа, он умер сам. Обожаю. Обожаю такое. Я... ББ. Мне показалось, я слышал здоровых големов. Блять, это что за атака была? Я чуть не извиздякнулся. Давай так не будем больше делать. Особенно без предупреждения, пожалуйста. Это было страшно, ё-моё. Ну, урона, кстати, поприятнее стало. С каждой прокачкой. С каждым уровнем плюс. В три тычки. Это же хороший результат, да? Я не скажу, что прекрасный, я не скажу, что замечательный. Но, блин, это ж хорошо. Мы в первый раз, когда сюда пришли, тыкали их катаны, по-моему... Ну, бодрую пятюню, наверное. 5-6 раз. О, там дуралей бегает этот. Привет. Так, может это все-таки выход? Может мы рано или поздно найдем? Мне нравится эта локация. Я кого я обманываю, я ненавижу эту локацию. Ну где-то здесь должен быть выход. Это что за... Это что за хрень? Я ее атакую? Нет, мне кажется, я по ней не попадаю. Не, я по ней попадаю. О, она умерла! That's huge. That's big. Пиромантия. Кай. Да что надо? От пиромантии мне не хватало. Спасибо. Спасибо, Dark Souls. Ты знаешь, что нужно пацанам с района. Да немножко пиромантии просто дать в билд на ловкость. Спасибо. Спасибо, родной. Спасибо. Точно здесь нет случайно рандомного выхода там? Мы же здесь тусили. Мы сюда пришли. Я не помню, как это выглядело. Все эти платформы для меня вообще одинаково выглядят. Но это все ради того, чтобы пиромантию собрать. Окей, окей, окей. Это все, я понимаю. No problems. Слышал об этом. Не спорю. Пиромантия важна. Пиромантия очень важна. Не в этом билде, но пиромантия круто. А, вот он. Вот он мост. Только мы добирались... По-другому мы спрыгивали с той стены на него, да? Да? Да, я оттуда перепрыгивал сюда. Точно. Ёпт! Я не знал, что собачки огненные. Эй, это вообще чит! Ты что меня ешь? Не ешь меня! Сука, как он мне мало урона нанес. Господи, помилуй. А, вот, вот, я отсюда спрыгивал. Нам надо вернуться сейчас как-то на левую платформу. И это будет просто... Семанипик. Кто-то в меня кидается чем-то, и я не... А, здесь действительно был костер! Я вам говорил, что здесь есть костер, а вы мне не верили. Ладно, вы мне верили, я больше скажу. Вы, скорее всего, знали, что здесь есть костер. Но у меня в тот раз не было хилки от токсинов, и у меня еще и Эстус весь закончился. Я решил в этой локации больше не тусить. Я сделал ТП отсюда. А, тут еще какой-то лут немножко.
Давай они сами поднимутся. И там еще один, да? Что вы такие упертые? Вы что, не можете сразу вдвоем? Я могу взять вас всех. Это звучало немного неправильно, но... Посыл был верный. А, он даже через щит может запрыгнуть. Да-да-да, конечно, конечно. Конечно. Сука ты такая. Я хочу залутать вообще все. Очень узкую платформу я лутать не очень хочу, пока не проверю эту локацию до конца. Как оно все хлипко выглядит. Я боюсь, что это какая-то ловушка. Потому что Dark Souls это всегда ловушка. Заросли цветущего какого-то члена. Оп. Дорожка не настоящая, вообще там сквозь текстуры проваливаешься, не уверен, куда вообще наступать. Ёбушки, воробушки. Сук ты такая. Охренеть! Блять, я чуть не умер в реальной жизни. Ой, еще одна собачка. Фух. Сука. Я не могу. Это реально стресс. Мне надо как-нибудь вывести пульсомер сюда на стрим. Ну, на видос, на стрим. Ты посмотри, что он творит. Спасибо. Я не знаю, как он это делает. Почему он... Вот что это. Мувсет поменялся. Вместо того, чтобы делать пинок, он делает эту атаку. Поэтому я не смог скинуть того чувачка, того рыцаря. Я наносил ему эту атаку. Вперед и R1. Стерва! О, господи. Какое же недоразумение. Что это? Куда мы пришли? Где выход? Верните меня домой. Я не хочу здесь быть. Мама, мне страшно. Вызови полицию. Опять идти по этой хрени? Сука. Я не хочу. Неужели здесь нет подъема? Здесь должен быть подъем. Там вон миллионы строительных лесов сверху. Может, здесь все-таки лестница где-то. Пожалуйста. Ребят, моля. Сука. Ой, там... На... Какой-то лут. Я не знаю, как туда добраться, но там явно какой-то лут. Попробуем перейти обратно, но... А, я ненавижу эту локацию. Как я ненавижу эту локацию, господи. Как я ненавижу эту локацию. Наверное, вот отсюда все-таки можно пройти к выходу. Умоле. А представляете, мы бы сейчас могли уже в Файлинг Шрайне быть, если бы я... Поднялся. На лифте. Я не думаю, что стоит сидеть у этого костра. Хотя... Мне кажется, отсюда путь еще длиннее, чем... Если мы погибнем, и от костра Милдред поднимемся. Ну нафига. Вон он, подъем. Мне кажется, вот это выход должен быть. Ну и опять же резнутся все враги, все собаки опять вернутся, вся прочая шваль, просто все на месте будут. И опять придется с ними всеми разбираться. Зачем нам все это?
По-моему, мне все-таки сюда. Да? Допустим. С тобой мы дрались. О, привет. Рано или поздно меня угандошит эта атака. Я клянусь, я про... Рано или поздно она меня просто убьет. Я погибну из-за нее. Потому что упаду с какой-нибудь хрени. Потому что она срабатывает даже в тот момент, когда я не тапаю вверх. Когда я просто держу вверх, чтобы атаковать. Ну, типа, применяю направление. Там... А, сучка ты. Макуджин, успокойся. Слушай, он прям из присядочки такой. Блатной. Почему с него падают другие заросли? Эт косяк, эт косяк. Ну и смотрите, мы еще на один уровень набрали, пока тусили в этой локации. Дядь, давай один подойдешь. Спасибо. Спасибо, давай еще поближе, чтобы все-таки твой брат, по несчастью, не сагрился. Оп. Нормально, урон интересный стал. И мы точно, однозначно собрали на еще один уровень. Бэкстеп 317 наносит. Мы начинали с того, что это было... Сколько там? 200 было. 250? Мы бустанулись. Я прям доволен. Кайф. Ты посмотри, какая тычка. О, что-то пожарная катается где-то в районе пожар. Надеюсь, не в моем доме. Надеюсь, не в моей квартире. Громко, страшно. Все, и вот эта лестница должна вести к выходу из этой локации. А представляете, мы делали это все в обратную сторону. Посмотри, у нас почти сложился флеш-рояль из душ. 1, 2, 4, 3, 5. Ощ, гадем! Too close. Да, вот он, выход из этой локации. Привет. Здравствуйте. О, а торговец сливнул? Блин, а я хотел бы посмотреть, что у него новенького там. Гадем! Я все еще не наношу никакого урона этим ребятам. Но мыши шотаются. Мыши шатаются. А где здесь короткий путь из этого места? По-моему, вот эта лестница, да? Точно, точно. Ну и... Теоретически. И практически. Мы выбрались. А... Я хочу присесть у этого костра и не дергать судьбу за яйца. Зафигачим. Новый уровень. Да, деточка, 38. Ощ, гадем! Давайте доберемся до Файрлинг Шрайна. Давайте даже добежим до костра, который близ Сенс Фортресс. И... It's gonna be good time. Ох, ребята. Вот это мощно и достойно было. Не считая этого лайтового такого неловкого слива на квилик. Там она вела себя как залупа, конечно. И я вел себя как идиотина. И сложение этих двух переменных привели к моей гибели.
Но так ли страшно умирать в Dark Souls? Эта игра создана для того, чтобы в ней погибать. Вот сейчас могу умереть от этой псины, потому что ссаные потолки повсюду не дают мне просто ударить. Пришлось R2 использовать. Я ж кругами водил ее. И... конечно же, в другую сторону надо было, да? Безусловно, 100%. Эта игра создана для того, чтобы создавать челлендж. Возможно, есть игры сложнее. Я уверен, что есть игры сложнее. Ребята вот говорят, что Bloodborne сложнее и страшнее и потнее. Я не катал, но мы всегда можем это исправить. Начнем с Dark Souls, с первого, второго, третьего. Попробуем какие-нибудь прикольные модификации. Есть куча сайт-проектов от не от разработчиков, а сторонних разрабов, которые очень достойно выглядят, очень круто и создают челлендж определенный. И для первого Dark Souls, и для второго, и для третьего есть такие штуки. Можно будет к ним прильнуть. Может, я все-таки приобрету себе когда-нибудь PlayStation 4 и, или пятую уже к тому времени, или шестую, смотря сколько времени пройдет, сколько времени уйдет у нас на то, чтобы пройти первые три части. Я возьму себе ББ или ББ портанут на ПК. Мы с вами пройдем еще ББ, пройдем Demon's Souls и многое-многое другое. Кстати, на повестке дня еще идея пройти прекрасную игрушку под названием... А как она называется? Я забыл. У меня вылетело из головы. Не, конечно же, гоню. Sekiro. У меня прям есть острое желание пройти Sekiro. А учитывая то, что я не проходил эту игру. Я ее не прошел. Я ее купил. Я в нее благополучно покатал. Прошел первого босса. Условно босса. Наверное, первого обучающего босса. Кто там? Огромный великан, который распят нам на кресте. Вот. Я убил его. Это было интересно. И после этого что-то у меня как-то не было времени катать в Sekiro. А я знаю, что самое интересное там впереди. И вот. Так что у нас еще есть Sekiro. Че, давайте все-таки добежим до костра Stance Fortress. И следующую часть. Я думаю, что я вне видоса все-таки побегаю, пособираю осколки. Или, может быть, запилю, если буду их собирать. Ну, их однозначно надо будет собрать. Не если, их надо будет собрать. Я просто уверен, что это займет кучу времени. И я не хочу целый видос посвящать тупо сбору осколков. Это я прям вот точно вам говорю, не хочу вас этим бесить. Но если я буду записывать сборку, просто запихаю ускоренное видео, чтобы держать вас в курсе, где они находятся. Потому что уверен, это может пригодиться. Это обязательно пригодится кому-нибудь, кто захочет качнуть оружие до плюс 10 в Анорландо. Или до него. Мне кажется, еще большой осколок валяется в лесу. Где-то недалеко от Гидры. В Блайтауне точно валяется. Прям вот чувствую своими шарами, что там есть большие осколки. Возможно, великан-кузнец продает большие осколки. Но брать такой риск, переходить туда, не качнув оружие, не получив меч Квилик, ну, такая опасная на самом деле лотерея, которую я не хочу брать на себя. Я бы лучше все-таки качнул оружие до плюс 10. И, ребята, огромное спасибо за то, что смотрите мои видосы. Я это очень сильно ценю. Каждого из вас обожаю, обнимаю. Желаю вам хорошего дня, ночи, вечера. Скорее всего, вечера. Проведите время хорошо. Любите своих близких. Любите этот канал, потому что моя любовь к вам просто безгранична, а ваша поддержка очень ценна для меня.
Это был Джонни специально для канала JoyWire. Всего вам хорошего, ребята. Пока!